наш добрый, любящий вас, работающий для вас телеканал АТВ Михалыч. Говорим о погоде. Хочу поздравить свою внучку с днем ее рождения. Будь счастлива, здорова и достойна своих бабушек и дедушек. По республике влияние циклона с активным атмосферным фронтом обусловит неустойчивую, холодную, ветреную погоду. На большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. По северным районам днем местами сильные осадки, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 16-21 метра в секунду. Но это же осень. Температура воздуха северные районы ночью от 0 до плюс 5, а местами уже минус 5. Днем 11-16 тепла, при осадках понижение до плюс всего 6. Центральные районы ночью от плюс 1 до плюс 6, днем плюс 6-11. Южные районы ночью от плюс 1 до плюс 6, по юго-западу до 1 минус 6, по Акинскому району уже зима минус 12, днем плюс 6, плюс 11. Наша любимая столица, временами дождь, возможно, с мокрым уже снегом. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем 9-11. Но не так холодно. Атмосферное давление ночью существенно не изменится и будет составлять 713-715 миллиметров ртутного столба. Когда люди делают добро, глупые этого не замечают, слабые иногда вспоминают, а мудрые благодарят. Когда же им причиняют вред, глупые мстят, слабые прощают, а мудрые не замечают. Старайтесь быть мудрее в этой нашей трудной жизни. АТВ Михалыч, с любовью ко всем вам.